метео и астропрогнозах вам расскажет Небесная канцелярия. 29 июля, по данным ГИСМедио, в Северодвинске ночью ожидается 16 градусов тепла. Днем температура поднимется до плюс 21, пасмурно, небольшие дожди, вечером с грозами. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать и к вечеру составит 748 миллиметров ртутного столба. Для творческих людей звезды предсказывают особенно удачный день. Возможно, ваша картина, платье или фильм заинтересует кого-то из влиятельных лиц. Обойти конфликты стороной лучше воздержанием от оценки окружающих. Коллеги, друзья, а также родные нуждаются в вашем добром общении. По возможности в среду лучше отказаться от работы за компьютером. А я с вами прощаюсь и желаю хорошего дня. До свидания.